Более 100 гимназистов с 5 по 9 классы заинтересовались журналистикой. На ежедневных занятиях дети не только изучают теорию, но и применяют полученные знания на практике. Спустя месяц юнкоры научились верстать газету, писать короткие и меткие заголовки, а также грамотно оформлять тексты. Им нравится соперничество. Когда ты говоришь, что будет победитель, будет награжденный, опубликуется статья именно самого лучшего, естественно, это их подстегивает работать. И я думаю, что у нас много талантливых, неординарных личностей. Даже если дети не захотят стать журналистами и пойти в филологию тоже, да, мы учим их, самое главное, четко, глубоко мыслить. Да? Это же важно. Важно развить их фантазию, опять же, повторюсь. Даже если они не станут филологами и журналистами, они научатся правильно писать, правильно говорить. И это тоже немаловажно для гражданина Российской Федерации. Знать русский язык хорошо, отлично. На отлично русский язык знает Герман Висгейм. Он перешел в 5 класс без единой четверки. Сам школьник мечтает профессионально заниматься футболом, хотя филология и журналистика ему очень близки. Ну, как мне кажется, журналистика ей очень интересно заниматься. Нам говорят, как можно сделать свою газету, чтобы она получилась интересная. Вот после того, как нам все рассказывают, мы начинаем думать и в итоге начинаем после этого писать свою статью. Программа экспериментальная, но уже сейчас педагоги отмечают ее высокую эффективность. В «Эврике» есть своя телевизионная студия и редакция газеты. Не исключено, что подобную практику сделают здесь регулярно. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.